Здравствуйте, уважаемые коллеги! Хочу поделиться с вами опытом использования сервиса Learning Apps. Этот сервис позволяет создавать задания для студентов и школьников. Создав свой аккаунт, вы можете сохранять задания, в том числе в виде SCORM-пакета для дальнейшего использования в Moodle. Поскольку у меня аккаунт уже создан, я в него зайду и покажу некоторые примеры упражнений. Мне нравится упражнение на классификацию. Например, вот это упражнение я использовала в своем курсе. Распределив объекты по классам, нажимаем на галочку и видим, что мы сделали верно, а где ошиблись. Помимо заданий на классификацию, я использую задание «Найди пару». Например, вот это задание, где нужно сопоставить разные способы представления конечных автоматов. Мы перетаскиваем объекты друг к другу, и они склеиваются, образуют пары. Также, нажимая галочку, мы проверяем, что мы сделали верно, а что нет. Еще один тип заданий, который я использую, это простой порядок. Ознакомившись с заданием, студент должен в правильном порядке разместить объекты. Также, нажимая на галочку, видим, все ли мы сделали верно. Также, на мой взгляд, очень хороши задания, предполагающие ввод ответа. Например, вот это у меня задание на ввод ответа. Здесь можно вводить текст или число, например. Есть и задания викторины. Я их иногда использую, но на самом деле это аналог обычного теста. Разрабатываемые материалы удобно использовать как в режиме очных занятий, так и при дистанционном обучении. А если вы в будущем решите создать онлайн-курс, то ваши наработки пригодятся и там, в качестве тренировочных заданий. Я начала применять данный сервис в учебном процессе еще до дистанционки, используя задания, созданные в нем, чтобы разбавить теоретический материал для закрепления полученных знаний и навыков, а также чтобы сменить вид деятельности студента с пассивного на активный. Рассказывая материал с презентации, после небольшой минут на 15 порции материала следовал слайд, на котором я размещала ссылку на задание. Вы видите, что под заданием есть ссылка. А также QR-код данного задания. Студенты, сканируя QR-код, проделывали упражнения на смартфонах. Затем мы переходили по ссылке на интерактивной доске и разбирали спорные и непонятные моменты, если таковые встречались. Хочу отметить, что начала применять этот сервис с небольшой группой студентов-четверокурсников и сразу получила отклик, что им нравится такой формат работы, когда материал разбит на небольшие фрагменты. Нравятся задания в этом сервисе. Они для них интуитивно понятны. Студенты сразу схватывают, что от них требуется. Как перетаскивать объекты, как соединять их в пары. Некоторые из моих коллег подхватили опыт использования данного сервиса. Другие же отмечают, что сервис слишком детский, мультяшный. Конечно, мы сами больше привыкли к сухому изложению материала в виде текста и тестов. Однако современное поколение школьников и студентов другое, и ими такой подход воспринимается с энтузиазмом.
С наступлением дистанционного режима я стала встраивать задания в виде скорм-пакета в Moodle. Вы видите, что есть кнопочка «Скорм» под заданием. Я прошу студентов проработать теоретический материал перед вебинаром и выполнять задания. Ознакомившись в Moodle с результатами их работы, к началу вебинара я имею картину, что понятно, а что требует проработки. Каким же образом создать упражнение в этом сервисе? Мы нажимаем кнопочку «Новое упражнение», и дальше вам нужно выбрать тип упражнения. Как видите, типов упражнений намного больше, чем пока что использую я. Выберем для примера классификацию. Вам сразу будут предложены примеры заданий для ознакомления. Нажимаем «Создать новое приложение». И теперь, собственно, создаем его. Задаем название. Можно также текст задания какой-то определить. Далее нужно задать группу. Задавать группы можно с помощью текста. Либо, например, подгружая заранее заготовленную картинку. Ну, мы в этом случае зададим текстом. Если нам нужно добавлять еще группы, для этого есть тоже кнопка. Можно добавить еще группы. Затем задаем те элементы, которые принадлежат этой группе. Также можно задавать разными способами. Я пока что использовала текст, либо заранее заготовленную картинку. Введем здесь текст. Можно добавлять еще элементы. Также сделаем со второй группой. Мы можем выбрать показывать карточки одну за другой, либо все сразу. Можем изменить текст, который будет выдаваться в случае успешного выполнения задания, а также задать подсказки. Нажимая кнопку, мы переходим, собственно, к просмотру данного задания. Вы видите, что создалось наше задание. И в данном случае мы все классифицировали верно. Мы можем вновь настроить, либо сохранить приложение. Видим, что есть возможность скопировать адрес данного упражнения, QR-код, сохранить скорм-пакет для Moodle.